язык именно в понимании, в первую очередь, общения творческих людей. Для меня это, вот я жду мая, чтобы встретиться со многими друзьями. И как результат этого общения появляются какие-то новые работы. Ну, для меня это музыкальные работы, их уже немало сделано. Так или иначе, имеющие отношение к этому. Оркестр играет, завтра война. Только никто не знает, пары кружат. Девушки и курсанты в небе луна. Завтра была война, Елены, Наташи, Полины. Раскройте курсантам объятья, немногим дойти до Берлина. Но в скольких могилах лежать им Галины, Светланы и Ольги. Целуйте мальчишек без песни.